12 июня жители города отмечали День России. Этот молодой праздник нашего государства символизирует свободу, гражданский мир и доброе согласие всех людей на основе закона и справедливости, ответственности граждан за настоящее и будущее их Родины. Традиционно этот день видным начался со спортивного забега. 12 июня, в день празднования Дня России, с самого раннего утра лил дождь. Но это не остановило спортсменов города Видное от участия в традиционном пробеге. Традиционно мы пятый раз участвуем в этом пробеге. Я считаю, что быть здоровым и заниматься спортом должно быть модно. Будь здоровый, здоровый народ, будь здоровая нация, будь здоровая Россия. Ребята из клуба «Орленок» тоже дождь не остановил. Они пришли на пробег дружной командой. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы всегда жили нормально и слушались родителей. Администрация городского поселения «Видное» пятый год организовывает спортивный пробег в честь молодого российского праздника. Жители, мальчишки и девчонки подростковых клубов «Орленок», «Богатырь», «Десантник», «Цунами» и других стартовали от городского ЗАГСа. Двухкилометровый маршрут заканчивался на Советском проезде. Ну, было, правда, нелегко, но мы справились. Погода была хмурная, но и нормально пробежались. Сегодня, несмотря на дождь, собралось ребят не меньше. Все с удовольствием пробежали под этим дождичком и получили вот эти медали. Пятилетие пробега в честь Дня независимости России. Всем нравится, все довольны. Все с удовольствием идут на этот праздник, несмотря на погоду. Глава городского поселения Видно Сергей Троицкий обратился ко всем пришедшим на торжественный митинг, посвященный Дню России. Позвольте поздравить вас с государственным праздником Днем независимости Российской Федерации. В этот праздничный день с благодарностью к первостроителям города к символическому камню была установлена корзина с цветами. Для каждого человека России начинается с его малой родины. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это наше родное отечество. Я родилась в этой стране, чтобы в стране были умные люди, чтобы у нас поднималась наука, искусство во всех ее направлениях. За многолетний добросовестный труд многим видновчанам были вручены благодарственные грамоты администрации. Несмотря на хмурое небо в этот день, праздник состоялся, а артисты российской эстрады своими песнями в исконно русских нарядах еще больше добавили людям хорошего настроения. Людмила Медведева и я, Дамя, Елена Кошлева, Видное ТВ.